Сегодня у нас день добрых дел. Сейчас продукты отвезу нуждающимся, потом поеду в техколледж, там у нас совместное мероприятие, в том плане, что мы ребятам собираем такие посылочки. Ну, более подробно расскажет наш представитель техколледжа. Несем коробки с конфетами. Елена Анатольевна, скажите в двух словах, что мы сейчас делаем, кому собираем и далее. Мы являемся, наше учебное заведение является центром сбора гуманитарной помощи северной территории Краснодарского края. Сегодня мы отправляем гуманитарную помощь в Барсы. И мы бы хотели, чтобы люди, которые там сейчас находятся, были согреты нашим теплом и заботой. Мы собрали 24 комплекта, которые входят, в которые балаклавы, теплые носки, сгущенка, письма и икона из храма новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также сладости для наших военнослужащих, ну и всякие разные приятности. Ну а помимо, конечно, вот такой гуманитарной помощи, безусловно, мы молимся в каждом храме о скорейшее завершение всех этих действий, чтобы был бы мир, взаимопонимание. Все-таки это все братские славянские народы. Ну и кулек вот с продуктами привез. Вот он, домик этот.